Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы решили разобрать в металлолом плазменный телевизор Xiaomi. Плазма у него лопнула, он даже не включается. Даже вот здесь вот расплавился пластик. Видно, там что-то замкнуло. Хотим разобрать его, посмотреть, что внутри находится. Я знаю, что там есть светодиоды, может быть, их использовать еще можно для освещения. Телевизор 2019 года, совсем новый. Так, открутили мы вот эти вот по периметру болтики, вот здесь вот идут. Потом вот эти вот открутили, вот здесь идут. Тут, здесь, здесь, и теперь начинаем разбирать. Так, сняли вот крышку, вот эту заднюю. Видим, вот два динамика. По характеристикам пишется, что каждый по 8 ватт мощности. Вот, ну и вот такой вот такая плата. Сейчас будем смотреть дальше. Так, сняли экран. И получилось здесь вот три ряда светодиодов. Вот они. Два динамика. По характеристикам пишут, что каждый по 8 ватт. Вот такая плата с радиаторами алюминиевыми. Вот такая плата. Часть корпуса, на которой крепятся светодиоды, вот эта, она вся стальная. Итого, вот такие вот платы получились. Одна, вот эта маленькая, вот эта плата, вот это непосредственно на экран шла. Вот кнопочка. Также получился вот тут вот стальной корпус, и на нем светодиоды приклеены. Вот они. Каждый светодиод мощностью напряжение 3,1-3,2 вольта. Каждый. Соответственно, я думаю, их можно еще использовать для освещения. Например, тут вот три линии, в каждой по 8 светодиодов. Меди здесь особо не наблюдается. Вот тут вот маленькая катушечка есть. Взвесил я весь металл, который был черный, сталь, в этом телевизоре. И получилось, диоды, кстати говоря, не убирал. Получилось 3 килограмма ровно. Все, отклеил я светодиоды, и получилось, что они отдельно весят 200 грамм. Соответственно, по стали получается 2 килограмма 800 грамм. На этом все, дорогие друзья. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!